Выставка «Это сам Потемкин» создается в юбилейный год, когда исполняется 280 лет со дня рождения Григория Александровича Потемкина-Таврического. И идея этой выставки была показать одного из самых значительных исторических персонажей в русской истории 18-го столетия, показать его государственную деятельность, показать его как мецената, как коллекционера и как ближайшего сподвижника императрицы Екатерины II. Зимний дворец сам может являться экспонатом этой выставки, потому что именно здесь находились личные покои Григория Александровича Потемкина. Здесь развивался его роман с императрицей Екатериной II. Именно в Зимнем дворце хранились его коллекции. Поэтому на сегодняшний день в Эрмитаже сосредоточено очень много произведений, связанных с Григорием Александровичем Потемкиным. И вот именно акцент на его личных коллекциях, на коллекциях Екатерины, посвященных ему, мы и хотели сделать, вот организуя эту выставку. Название выставки «Это сам Потемкин» заимствовано из повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». Там есть эпизод, когда группа казаков попадает в императорский дворец, и кузнец Вакула, увидев роскошно одетого вельможу рядом с императрицей, спрашивает: «Это царь? Куда тебе царь? Это сам Потемкин?» И эта фраза очень емко обозначает место Потемкина в иерархии Екатерининского царствования. Действительно, он представлялся современником и потомком фигурой более значительной, чем сам царь. История возвышения Григория Потемкина началась с его службы в конной гвардии. Как для многих офицеров, для него карьерный взлет начался с участия в дворцовом перевороте 1762 года, в результате которого на престол вступила Екатерина II. Известно, что Потемкин привел свой конный полк к присяге Екатерине II. В конной гвардии один офицер по имени Хитрово, 22 лет, и один унтер-офицер 17 лет по имени Потемкин всем руководили со сметливостью и расторопностью. Как все участники переворота, Григорий Потемкин за участие в перевороте получил денежное вознаграждение, получил крестьян, а самое главное, он получил чин, который открыл перед ним двери императорского двора. Хотя Потемкин стал появляться при дворе вскоре после дворцового переворота, и он был замечен Екатериной II, но он не сразу стал ее фаворитом, потому что в тот момент на пике своего фавора находился еще Григорий Орлов, благодаря которому и свершился этот дворцовый переворот. Именно братья Орлова возвели Екатерину на престол. Потемкин появлялся при дворе. Екатерине нравилось с ним беседовать. Он был человеком образованным, он владел несколькими иностранными языками. И, конечно, он был красив, он был статен, высок. Екатерина сразу отметила деловые качества Потемкина, и он стал продвигаться по службе. Он был направлен с посольскими поручениями в Швецию, участвовал в работе уложенной комиссии, и его карьера строилась достаточно успешно. Хотя она чуть было не закончилась из-за несчастного случая, в результате которого красавец Потемкин ослеп на один глаз. Он был столь потрясен этим, что закрылся на несколько месяцев в своих комнатах. Но Екатерина настояла на его возвращении ко двору. Любопытно, впрочем, что ни на одном портрете Потемкина мы не видим, что его глаз поврежден. Нет на портретах и повязки, которую часто можно увидеть в фильмах, где изображают Потемкина. Вскоре началась Первая русско-турецкая война, и Григорий Потемкин отправился в действующую армию. Он проявил храбрость во многих сражениях, был произведен в генерал-майоры, награжден орденами Святой Анны и Святого Георгия Третьей степени. И в это же время Потемкин получил особую привилегию – писать письма Екатерине II. Далеко не каждый мог вступить в переписку с императрицей. Потемкин такую привилегию получает. Екатерина не забыла о нем. Она обращается к нему с письмом, которым она приглашает его приехать в Петербург.
Господин генерал-поручик и кавалер, вы, я чаю, столь упражнены глазением на Силистрию, что вам некогда письма читать. И хотя по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардировка, но тем не менее я уверена, что все то, что вы сами приемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему вашему усердию и ко мне персонально, и вообще к любезному Отечеству, которое вы горячо любите. Но как с моей стороны, я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то прошу вас по-пустому не вдаваться в опасности. Прочитав сие письмо, может статься, сделаете вопрос, к чему оно писано. На сие имею вам ответствовать, к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мысли о вас, ибо я всегда к вам доброжелательна. К этому времени, к 1773 году, Орлов уже выходит из фавора. Это был храбрый офицер, но он не был способен поддержать ее в ее ежедневной огромной государственной деятельности. Екатерина не чувствовала в нем опоры. И вот именно в этот момент появился Григорий Потемкин, человек умный, человек решительный, человек, который был по масштабу своих замыслов, своих идей, своей личности, соразмерен Екатерине II. И вот когда он прибывает сюда в 1773 году, начинается период его фавора, начинается его роман с Екатериной. «Миленькой, какой ты вздор говорил вчерась! Я и сегодня еще смеюсь твоим речам. Какие счастливые часы я с тобой провожу. Часа 4 вместе проводим, а скуки на уме нет. И всегда расстаюсь через силы и нехотя. Голубчик мой дорогой, я вас чрезвычайно люблю. И хорош, и умен, и весел, и забавен. И до всего света нужды нету, когда с тобою сижу. Я отроду так счастлива не была, как с тобою. Хочется часто скрыть от тебя внутреннее чувство, но сердце мое обыкновенно пробалтывает страсть. Знатно, что полно налито, и оттого проливается. Прощай, брат, веди себя при людях умненько и так, чтобы прямо никто сказать не мог, чего у нас на уме, чего нету. Моя душа бесценная, ты знаешь, что весь я твой, и у меня только ты одна, и я по смерть тебе верен. Фавориты Екатерины II имели свои комнаты в Зимнем дворце. Комнаты Екатерины располагались в одном из ризалитов Зимнего дворца, а рядом, еще для Григория Орлова, был построен павильон, где размещалась его как бы квартира. И после окончания фавора Григория Орлова все последующие фавориты, они селились в этих фаворитских покоях. А эти покои были связаны переходом с комнатами Екатерины II. Особенность жизни во дворце Григория Александровича Потемкина заключалась в том, что он поселился не в этих комнатах. Для него специально были отделаны покои, и когда менялись в последующем фавориты у Екатерины II, у Потемкина, вплоть до его смерти, оставалась в императорском дворце своя квартира, свои апартаменты. И сейчас мы можем увидеть те переходы, по которым Екатерина проходила в комнаты Григория Потемкина, но, к сожалению, самих комнат Потемкина в Зимнем дворце не сохранилось. Дело в том, что он жил в отдельном флигеле, который был снесен в XIX веке. И именно на этом месте было построено здание нового Эрмитажа. И поэтому, когда сегодня мы проходим переходами из Зимнего дворца мимо вот этого бывшего фаворитского корпуса и оказываемся в новом Эрмитаже в залах, например, Рубенса, то мы территориально находимся как раз на том самом месте, где раньше размещался флигель, где и жил Григорий Потемкин. И когда мы сегодня идем вот по этим переходам, то мы можем представить себе, как вот двое влюбленных ночью, специально, чтобы не заметили придворные, спешат друг к другу на свидание. Голубчик, я приходила в 8:00, но нашла вашего камердинера,
со стаканом против дверей стоящего. И так к вам уже не вошла. Я сие к вам пишу, дабы вы знали, коей причины ради я нарушила установленный милый порядок. По легенде, Потёмкин стал тайным супругом Екатерины II. Мы не можем сказать точно, было ли это на самом деле, потому что брак этот был, если он и был, он был тайным, поскольку императрица российская не могла выйти замуж за своего подданного. Вероятнее всего, венчание состоялось в конце 1774 или начале 1775 года в храме святого Самсония Странноприимца на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге. На венчании присутствовали лишь самые доверенные лица. Венцы держали племянник жениха Самойлов и камергер Чертков. Еще одним участником церемонии была преданная камер-юнкера императрицы Марья Савишна Перекусихина. Хотя документальных источников о том, что этот брак состоялся, у нас не имеется, но ярким свидетельством того, что действительно отношения этих двух влюбленных людей перешли вот в иную фазу, и то, что они стали супругами, может говорить и их личная переписка, тон писем. И обращение Екатерины, она сокращает слова, но при этом явственно читаются, когда она обращается к нему: «мой муж, мой супруг». «Владыка и дорогой супруг». Я зачну ответ с той строки, которая более меня трогает. Кто велит плакать? Для чего более дать волю воображению живому, нежели доказательствам, глаголющим в пользу твоей жены? 2 года назад была ли она к тебе привязана святейшими узами? Верь моим словам, люблю тебя и привязана к тебе всеми узами». Роман Екатерины и Потемкина продолжался недолго. Уже через год или чуть более у Екатерины появятся новые фавориты. Правда, большая часть фаворитов – это будут бывшие адъютанты Потемкина, потому что он, уезжая в Новороссию или в Крым, старался оставить при дворе надежного человека, преданного ему. У самого Потемкина тоже было множество фавориток. Ходили слухи, что среди них были даже его племянницы, сестры Энгельгард. Хотя следует отметить, что официально он никогда не был женат. С окончанием фавора Потемкина власть его не уменьшилась. Да, Екатерина продолжала осыпать Потемкина милостями и подарками, от крошечных табакерок до дворцов и земель, сделав его одним из богатейших людей империи. Но его подлинная власть заключалась не в этом. Перестав быть возлюбленным Екатерины, Потемкин до конца своей жизни оставался ее ближайшим другом, мудрым советником и верным сподвижником. Он был главной опорой ее царствования. И Екатерина могла полностью положиться на Потемкина и доверяла ему решение самых трудных проблем. Он был президентом военной коллегии и занимался военными реформами. Он был верховным главнокомандующим русскими войсками во время Второй русско-турецкой войны. Прежде всего, он прославился как правитель южных причерноморских территорий России. Потемкин вошел в российскую историю как государственный деятель благодаря своей политике на юге России. Именно ему мы обязаны бескровным присоединением к России Крыма в 1783 году. Именно он занимался благоустройством Новороссии, южных земель Российской империи, которые были присоединены к России в ходе Первой русско-турецкой войны. Именно Потемкин был создателем Черноморского флота. Поскольку Потемкин
был таким представителем Екатерины на юге России, и именно ему поручалось решение всех вопросов, связанных с присоединением территорий, с их благоустройством, то, конечно, именно ему Екатерина доверила решение вопроса Крыма. Крым долгое время находился в вассальной зависимости от Османской империи, и это был такой источник нестабильности на южных границах государства. И проблему южных территорий, проблему Крыма, крымских набегов пытались решить многие правители, и до Петра, и Петр, и последующие российские императоры. Но вот только Екатерининское царствование, благодаря Потемкину, удалось этот вопрос решить. В результате Первой русско-турецкой войны Крымское ханство получило независимость от Османской империи. Россия и Турция пытались усилить свое влияние на полуострове. В скором времени новым крымским ханом избрали ставленника российского двора Шахин-Гирея. Он был непопулярным правителем, и его политика не раз вызывала восстание. Чтобы держать ситуацию под контролем, Потемкин, с одной стороны, помогал правителю в восстановлении порядка, а с другой стороны, умело использовал недовольство знати своим ханом и противоречия между различными группировками. И он пишет Екатерине, что делает все возможное для того, чтобы они сами попросили покровительство у России. И именно так и происходит. В 1783 году Шахин-Гирей отрекается от престола, и происходит присяга татарской знати Крымского ханства на верность Российской империи. Матушка-государыня, я через 3 дни поздравляю вас с Крымом. Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все. Вам еще то приятнее и славнее, что все прибегли под державу вашу с радостью. Правда, было много затруднений по причине робости татар, которые боялись нарушения закона. Но по уверениям моим, теперь так покойны и веселы, как бы век жили у нас». Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх порте оттаманской. Взойди на трофеи, не обогренные кровью, и прикажи историкам заготовить больше чернил и бумаги. Потемкин, благодаря вот своей умелой политике, способствует присоединению Крымского полуострова к России. Именно поэтому мы его считаем основным героем вот этого события. В то время Крым именовали Тавридой. Поэтому за свои заслуги Григорий Александрович получил почетную приставку к фамилии и стал именоваться Потемкин Таврический. В 1787 году Екатерина совершает путешествие на юг России. Задачей этого путешествия было показать процветание южных губерний под скипетром российской императрицы, показать прочность позиций России на новых границах. И совсем не случайно одним из пунктов путешествия была встреча Екатерины с австрийским императором Иосифом. Екатерине было очень важно поддержать союз с Австрией, особенно в условиях нарастающего конфликта с Османской империей, который в скором времени привел к войне. На самом деле главным героем этого путешествия был, конечно же, Потемкин. Во-первых, потому что задача этого путешествия была показать результаты его деятельности. Потемкин был главным организатором, он был режиссером этого путешествия. Все шествия, все празднества, все торжественные церемонии разработаны были именно им. Маршрут путешествия Екатерины и ее свиты Потемкин спланировал таким образом, чтобы максимально продемонстрировать свои достижения. Всюду, где они останавливались, он старался поразить путешественников, будь это смотр войск, встреча с местным населением или эффектная иллюминация.
К этому времени Григорий Потемкин уже более 10 лет управлял южными территориями Российской империи, Новороссией и Крымом. Он возводил новые города и благоустраивал уже существующие, строил верфи и крепости, открывал университеты и школы, основывал фабрики и заводы, высаживал виноградники, во множестве привлекал на новые земли колонистов. Словом, делал все необходимое для процветания этого края. Самый большой сюрприз Потемкин преподнес на подъезде к Севастополю. Во время обеда в Путевом дворце заслонявший вид с балкона занавес неожиданно был отдернут, открыв великолепную панораму Севастопольской гавани со стоящими на рейде военными кораблями недавно созданного Черноморского флота. Екатерина II и австрийский император Иосиф сели в шлюпку и проследовали мимо выстроившихся кораблей, приветствуемые пушечной пальбой с судов и береговых батарей у входа в гавань. И это был еще один триумф Потемкина, ведь именно ему принадлежала заслуга создания Черноморского флота. Я с большим удовольствием нарисую во Франции все те чарующие картины, которые вы нам показали. Расцвет торговли в Херсоне, наперекор зависти и болотам. Флот, чудом построенный за 2 года в Севастополе. Ваш Бахчисарай из сказок «Тысячи и одной ночи». Ваш Екатеринослав, где вы сосредоточите в течение 3 лет больше памятников, нежели множество столиц в течение столетий. И если мне не поверят, то это ваша вина. Зачем сотворили вы столько чудес в столь короткое время? Масштабная подготовка Потемкина к путешествию Екатерины, все грандиозные мероприятия, которые были устроены им во время этого исторического вояжа, они имели как бы двоякие последствия. С одной стороны, они поразили вот своей грандиозностью, своей масштабностью участников этого путешествия, а с другой стороны, породили устойчивый миф о потемкинских деревнях. На самом деле, вероятнее всего, такие декорации действительно существовали. Но в этом не было ничего особенного. Это традиция XVIII века в устроении праздников и торжественных шествий. Да, он строил триумфальные арки, да, дома украшались, да, конечно, во время фейерверков ставились щиты, которые изображали какие-то символические здания, но это не была придумка Потемкина. Так поступали и до него, и после него. Такие же приемы с такими же декорациями будут устраиваться и в царствовании последующих императоров. Но Потемкину его завистники не прощали ничего. Они заметили эти пышные декорации, но не захотели не то что увидеть, а донести до своих современников и потомков то, что скрывалось за этими декорациями. То, что эти декорации украшали действительно созданные Потемкиным города. Среди различных ипостасей Потемкина как государственного деятеля была его деятельность во главе военной коллегии. И одним из главных его достижений на поприще вот, военного реформирования российской армии было введение так называемой потемкинской формы. По инициативе Потемкина подразделения получили одежду единого покроя. Появилась специальная летняя форма. Вместо узких лосин вели удобные суконные штаны. Вместо чулок – портянки и онучи.
Солдат обули в широкие сапоги, треугольные шляпы заменили на каски, а длиннополые кафтаны на куртки. И, конечно, с особой благодарностью все вспоминали отмену пудренных париков. Помимо комфорта, новая форма позволяла солдатам сэкономить деньги, поскольку была дешевле и долговечнее. Красота одежды военной состоит в равенстве и соответствии вещей с их употреблением. Платье, чтобы было солдату одеждою, а не в тягость. Всякое щегольство должно уничтожить, ибо оно из плод роскоши, требует много времени, иждивения и слуг, чего у солдата быть не может. Завивать, пудриться, плесть косы – солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то готов. Важнейшими внешнеполитическими событиями царствования императрицы Екатерины II стали две русско-турецкие войны. И в той, и в другой Потёмкин участвовал, но его роль в них была разной. Если в первой русско-турецкой войне он был еще молодым офицером, который служил в армии под командованием сначала Голицына, а затем Румянцева, и проявил героически себя на полях сражений, как один из участников, активных участников, который стремился постоянно быть на передовой, то вторую русско-турецкую войну он встретил как главнокомандующий. Эта война позволила Григорию Потёмкину в полной мере проявить свои таланты полководца и администратора. Находясь во главе армии, он успешно руководил боевыми действиями колоссального масштаба. Под управлением Потёмкина русская армия одержала много славных побед. Одной из важнейших военных операций той войны стала осада турецкой крепости Очаков. Потёмкин лично руководил осадой. Не случайно его называли очаковским героем и часто изображали на фоне очаковского сражения. Укрепленный накануне войны европейскими инженерами, Очаков был мощной крепостью и стратегически важным объектом турецкой обороны. Вместо стремительной атаки Григорий Потёмкин выбрал тактику долгой осады, которая в итоге растянулась на месяцы. К зиме лагерь осаждавших находился в тяжелом положении, за что Потёмкина критиковали, но наградой за ожидания стал успешный штурм, позволивший русским войскам избежать слишком больших потерь. Вижу военачальника армии, князя Потёмкина, который, нося беспечный вид, беспрестанно трудится, который не имеет иного стола, кроме коленей своих, иного гребня, кроме пальцев, всегда лежит и никогда не спит, ибо приверженность к своей монархине, которую он обожает, ежеминутно беспокоит его. И каждый пушечный выстрел, при коем он сам находится, также повергает его в смущение при мысли, что он лишает жизни нескольких солдат ее. Будучи робок для других, отважен для себя. Останавливающийся в самом огне батарей для того, чтобы раздавать приказы, однако ж сходствующий более с Улиссом, нежели Ахиллесом. Григорий Потёмкин проявил себя как смелый и мудрый полководец, но его заслуга во Второй русско-турецкой войне как главнокомандующего заключалась не только в его личном участии, но и в его умении разглядеть талантливых полководцев и назначить их на соответствующие должности, способствовать их карьерному росту. Григорий Потёмкин всеми силами старался продвигать по службе и Михаила Кутузова, отличившегося во многих сражениях той войны, и флотоводца Фёдора Ушакова, которому мы обязаны успешными действиями на море, и, конечно, Александра Суворова, который одержал множество славных побед, самой знаменитой из которых стало взятие крепости Измаил. Взятие Измаила в 1790 году было
переломным моментом в русско-турецкой войне, и уже в 1791 году Потемкин начал подготовку к заключению мирного договора. Ясский мирный договор подвел черту под вот этой длительной, многолетней борьбой за выход к южным морям, за присоединение южных территорий. По результатам Ясского мирного договора Турция признала присоединение к России территорий, завоеванных в Первую русско-турецкую войну и во Вторую, признала присоединение к России Крыма. В конце 1791 года Потемкин достиг нового пика своей славы. Исход войны был предрешен, начались переговоры о мире. Россия расширила пределы, вышла к Черному морю, укрепила границы и создала мощный флот. Но именно в это время главного героя славных свершений настигла смерть. Григорий Потемкин умер от лихорадки в возрасте 52 лет неподалеку от военной ставки в Яссах на территории современной Румынии. Почувствовав приближение смерти, он попросил остановить карету и положить его в поле. Он скончался, окруженный соратниками и приближенными. И его с почестями похоронили в соборе Святой Екатерины в Херсоне. Потемкин действительно был одной из самых значимых фигур Екатерининского царствования. И не случайно его изображение занимает одно из главных мест на знаменитом памятнике Екатерины II, где подножие украшают фигуры главных ее сподвижников, главных деятелей ее царствования. Вот одно из центральных мест как раз занимает Григорий Потемкин, благодаря которому Екатерина могла осуществить самые грандиозные свои замыслы, которые многим казались фантастическими, но только благодаря Потемкину они стали реальностью. С прекрасным сердцем он соединял необыкновенно верное понимание вещей и редкое развитие ума. Виды его всегда были широки и возвышены. Он был чрезвычайно человеколюбив, очень сведущ, удивительно любезен, а в голове его непрерывно возникали новые мысли. Никто менее его не поддавался чужому влиянию, а сам он умел удивительно управлять другими. Одним словом, он был государственный человек, как в совете, так и в исполнении. Он страстно, ревностно был предан мне. Бронился и сердился, когда полагал, что дело было сделано не так, как следовало. Но в нем было еще одно редкое качество, отличавшее его от всех людей. У него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, Потемкин был великий человек, который не выполнил и половины того, что в состоянии был сделать.